Молодая собака, Динка, попала к нам чуть больше года назад. Ее состояние шокировало всех. На собаке не было живого места. Рваные раны, старые рубцы. Такое впечатление, что ее прикармливали, а потом натравливали на нее злых собак. Ты моя умничка, не бойся, ты моя девочка, все у тебя болит, ты моя хорошая, ты моя умничка. Очень долго пришлось лечить ее душевные и телесные раны. Но она не потеряла веру в людей. Она добрая, хорошая собака. Друзья, а вот это самая счастливая минута, наверное, в нашей жизни. Помните Динку, которая была вся разорванная, со шрамами? Невозможно было, живого места на ребенке не было, только вон шрамчики зарастают. Да? И вот, наконец, наш ребенок едет домой. Семья ее очень долго ждала и все это время заботилась о ней. И вот теперь вся семья за мной приехала. Ребята, дай вам Бог доброго здоровья. Мама, быстрее сюда. Динка мама в свинку играет. Что играет? В свинку. Динка, ты моя Галюся, моя прелесть, Динка. Динка выстрадала свое счастье. Теперь она домашняя и любимая собака.